Всем привет. Значит, сегодня пошел проверять дрон. Это SG-907 Pro. Ну, вот рядом с домом у меня, вот видите, справа на дороге стоят автобусы. Это, значит, отделение полиции справа, и тут привезли не знаю кого. То есть приехало три автобуса, они стоят. Ну, я на это внимание не обратил, думаю, что это из-за них в итоге все случилось. Взлетел, все в порядке, откалибровалось, все, точку держит. И как раз вот когда пролетал мимо этого отделения полиции, да, чуть-чуть я за него залетел, меня резко обрубило спутники на ноль. И при этом перестал слушаться пульта, то есть не реагирует или как-то слабо реагирует. Ну, в общем, я пытался его вернуть, вот видите, здесь спутники просто резко раз и ноль. То есть это не спуфер, не подмена, это просто заглушили сигнал GPS, его понесло по ветру. Солнце светит в телефон, нифига не видно. Пока до машины дошел, в тенек, чтобы смотрю, меня уже уносит, ну, прилично. Значит, пока на местности сориентировался, попробовал с телефона управления, пульт нифига, ну, плохо реагирует, через раз. Попробовал, ну, вот, включил, но в итоге у меня пульт он поймал. Спутники обратно поймал, он остановился, и мне очень сильно повезло. Видите, внизу вот машина на грунтовой дороге, это вот я стою. Еще бы немножко, он залетел бы за дом, связь бы пропала, а точку, которую он перезаписал, когда нашел спутники, она уже в другом месте находилась. Поэтому он бы улетел бы, приземлился бог знает где. Еще ветер навстречу дует, он вроде не сильный, но дрон такой слабенький, и как бы мне не прилететь. Я давлю вперед на полную, вот он 1 метр в секунду там еле-еле на месте топчется. Так что вот такая вот ерунда. Ну, почему я решил, что это не какая-то неисправность, да, вот именно глушилка. Я на этом дроне, вот дальше включу вам видео, в этот же день пошел в другое место, отлетал, там две батарейки. Все в порядке, ни разу никаких не было намеков даже на то, что спутники потеряет. И их было там 13-15, как бы, да. Вот сейчас 9-10, вот такой вот, в таком режиме. Так что, видите, в городе становится все опаснее и опаснее летать. Просто вырубают спутники и все. Думаю, что это может быть не специально, а какое-то оборудование у них в этих автобусах стоит или еще что-то, которое мешает сигналу. Может быть так. Кто что думает, пишите там в комментариях. Интересно. Дальше, да, вот включу видео, вот, где отлетал я, ну, на ускоренном, что все в порядке. Никаких не было проблем. А сейчас вот 7 спутников, видите, 6. То есть это уже как бы очень мало, 6, для того, чтобы точку держать. Перемотайте, если кому интересно, на начало там видно, что справа стоят автобусы. Ну и вот и сейчас, в принципе, видно. Два автобуса стоят напротив отделения полиции. И что-то там какая-то движуха. Не знаю, как быть. Ну, получается, что не нужно вообще в городе летать. Так, на свой страх и риск. Ну вот, видите, здесь 13 спутников нашел, взлетел, полетел сразу от себя. Отлетел так прилично, никаких проблем не было. То есть спутники держат, связь нормальная, вот поднялся на 120 метров. Дальше пошел лететь прямо, ничего, все хорошо. Потом спутники до 15 там дошли. Нет такого, что они прыгают куда-то вниз-вверх, там вот четко все стоит. На 500 метров отлетел, нажал возврат домой, он спокойно все развернулся, полетел. Без проблем. Так что дело не в дроне, это точно. Я потом еще следующую батарейку отлетал, тоже никаких не было вопросов. Вот 15 спутников сейчас. Так что все-таки кто-то там хулиганил. Все, всем пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.